Всероссийский форум инструментального исполнительства. И сразу участники из 18 регионов страны, от Москвы до Владивостока. Инициатива сделать Алтай центром большого культурного события появилась у барнаульского образцового оркестра «Ритм-бэнд» детской школы искусств номер 8, который известен на всю страну. Это прекрасное начинание, которое, надеюсь, будет продолжено. Собрались очень хорошие коллективы высокого уровня, показали высший класс исполнительского мастерства. Надеюсь, что мы были на первом и приедем на 10-й, на 15-й, на 20-й фестивале. Любая фальшь в исполнении не могла быть незамечена. В жюри эксперты, выдающиеся музыканты, известные на весь мир. Среди столичных оркестров и других уже именитых участников они отметили музыкальный коллектив из Усть-Калманки. Он-то и стал одним из победителей. Блестящий оркестр выступил под управлением Александра Александровича Мыскина. Вроде бы глубинка, но настолько это было профессионально, хотя это любительский коллектив. Вот это удивительно. То есть есть, конечно, такие очень интересные победы, успехи. Победителями среди оркестров также стали барнаульский коллектив «Ритм-бэнд», барнаульский духовой оркестр и духовой оркестр Дома культуры Академия из Новосибирска. В отдельной номинации индивидуальные награды получили воспитанники алтайских музыкальных школ. Но форум не ограничился только конкурсной частью. Была еще научная и практическая, с лекциями, докладами и мастер-классами. Все это, говорят организаторы, позволит поднять духовой жанр на новый уровень. Тем более, что форум на Алтае решили проводить каждые два года. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.